привет! Меня зовут Лосева Тамара, я преподаватель биологии в АПО. И сегодня мы поговорим о моих олимпиадах, обо мне, об олимпиадах в целом. Все началось с того, что в третьем классе я решила, что буду врачом. И когда у нас началась биология, я аккуратненько завела тетрадочку, стала туда все записывать, конспектировать, сама конспектировать учебник. Но потом я подумала, что врач это как-то слишком узко, я решила брать шире, решила быть ученым, биологом. Вот. Но я училась в Видновской гимназии, вот в городе Видно, это Московская область. И, конечно, школа не давала таких вот больших возможностей. И я решила, что мне нужно куда-то двигаться оттуда. И в восьмом классе просто открыла рейтинг школ и смотрю, там СУНЦ тогда был на первом или на втором месте. Ну, я решила поступать туда. Поступление в СУНЦ состоит из двух этапов. И там же, в СУНЦе, как и в вузах, есть льготы по олимпиадам. Тогда я на сайте СУНЦа посмотрела, какие олимпиады дают льготы при поступлении в СУНЦ, и решила их писать. Вот, и тогда в девятом классе я стала призером Ломоносова по биологии и призером МОЖ по химии, вот. Ну и дальше поступила в СУНЦ, стала там учиться, поняла, что олимпиады это круто, что олимпиады дадут мне поступление. Я просто спокойно готовилась к олимпиадам, все делала спокойно, у меня был план, я что-то читала, повторяла, я ходила на занятия в ЦПМ. И в итоге так вышло, что я заняла 4-е место по Москве, очевидно, я проходила на Серос, и тогда я стала уже именно готовиться ко Серосу, потом были кировские сборы, были московские сборы, ну и, собственно, так случилось, что совершенно неожиданно для всех и для себя я стала 5-м победителем на Серосе, вот, только в 11-м классе, только в единственный раз пройдя на Серос. Работаю в ассоциации победителей олимпиад, я преподаю биологию, но я не только преподаю в школах детям, как ну, факультативную биологию олимпиадную, еще я, ну как бы мне хотелось бы заниматься какой-то просветительской деятельностью, поэтому я ездила в Тверь на олимпиадный десант, собственно, рассказывала детям в Твери об олимпиадах. Я была членом жюри на турнире юных биологов, на московском турнире и на всероссийском. Мы также, как и школьники, приходим, читаем задания. Правда, школьники читают задания за порядочное время, они готовятся, они делают презентацию своих задач, а мы только приходим, читаем задания либо заранее, либо прям вот перед боем. Вот, во всем как бы разбираемся. Возможно, в голове, конечно же, сразу начинают крутиться какие-то решения. Дальше мы слушаем, просто сидим, слушаем доклад. Потом слушаем оппонента, слушаем рецензента, полемику, задаем вопросы. То есть, понятное дело, что-то нам не нравится в докладе, что-то не нравится в рецензии, может быть, что-то хочется уточнить. Мы задаем вопросы, и у нас в голове складывается мнение о том, какой команде какие баллы ставить. Ну и все, в конце мы выставляем баллы. В жюри сидят совершенно разные люди. Это могут быть как вот какие-то уже прям очень взрослые специалисты каких-то областей, не знаю, там сотрудники РАН. Могут быть как студенты, типа меня, да, я учусь на первом курсе, но тем не менее. И я там была далеко не одна с первого курса. Все мои друзья-одноклассники, мои друзья-олимпиадники, очень многие из них были там. Поскольку я жила в таком маленьком городе, где не было особой информации ни об олимпиадах, ни о подготовке, вообще ни о чем. То есть никто не мог ничего внятного посоветовать. Вот все, что у меня было, это трехтомник Тейлор Гринстаут. Очень хорошая книга, всем, правда, советую. Вот, но это, так сказать, книга для начинающих. То есть где-то класса до 9 я готовилась чисто по ней, до поступления в СУНЦ. Вот, ну и, собственно, эта книга помогла мне поступить и в СУНЦ, и в интеллектуалы в 179-ю школу. Да, я поступала сразу в 3 школы, ну а что? Кэмпбелл тоже очень полезная книга, об этом написано в презентации. Ну и опять же, конечно, никто не отменял способ подготовки, такой как просто поискать в интернете. То есть вас что-то интересует, вы просто ищете это в интернете, смотрите на адекватный сайт, то есть там, например, сайт Студопедия достаточно адекватен по опыту, а там какие-то непонятные сайты не советую. Насчет хорошей книжки, я бы хотела посоветовать сразу 3, 2 художественных и 1 такую, научпоп. Научно-популярная книга – это Мэтт Ридли, автор Мэтт Ридли, название «Геном». Очень интересная книга, хотя она была написана довольно давно, по-моему, в 80-х.
Нам Сунце всем это давали как обязательное задание, и мы просто все на одном дыхании прочитали эту книгу. Это действительно очень интересная, очень полезная, как для общего развития, так и для ваших биологических знаний. Плюс я бы хотела посоветовать книгу Харпер Ли «Убить пересмешника». Не очень позитивная книга. И для тех, кто любит книгу позитивней, это четырехтомник Джеймса Хэриота. Ну, собственно, это единственные четыре книги, которые он писал. Он был сельским ветеринаром в Англии в 20 веке. И он писал о своей жизни, о животных. Для тех, кто любит животных, это прям лучшее. Советовала бы посмотреть. Это «Три идиота». Это индийский фильм. Не думайте сразу, что нет, индийские фильмы – это что-то не для меня. Это современный фильм. Он, по-моему, снят в 2009 году. В нем снимается один из моих любимых актеров – Амир Хан, индийский актер. Вообще, можете смотреть любые фильмы с Амир Ханом. У него практически нет провальных фильмов. Вот. Картина долгая, очень неожиданный сюжет. Картина о дружбе, о студенчестве. Ну, может быть, поэтому мне это как-то близко. Вот. И о том, что не надо зацикливаться на успехе, не надо зацикливаться на результате. Надо получать удовольствие от процесса. Вот, собственно, мне кажется, это главная идея фильма. Всем советую.